один отыграли, но все-таки чего-то не хватило, чтобы увести отсюда очки. Чего не хватило? Не знаю, сначала чуть как выглядело, что боялись. Не знаю, сначала игры первые 10-15 минут. Нужно было надежно играть. Пропустили. Потом, не знаю, второй там много простых ошибок. Много простых на простым передачам. Много ошибки, много контратаки, когда могли сохранить мяч, не сохранили, тирали мяч. Не знаю, просто такая игра, не только мы и ЦСКА. Просто бежали период назад. Не было качества в игре. Поэтому, не знаю, если чуть получше играли, я думаю, могли минимально очко забрать.